Принчипеска. И снова здравствуй. На самом деле хочу тебе поблагодарить за то, что ты приехала в гости, за то, что познакомил тебя со своими родителями. Хоть ты там говорил о том, что было неудобно, какая напряженная обстановка. Напряженная обстановка была, потому что для них это шок, и для них это было, ну, много камер, очень. Но исходя из их реакции, ты им очень-очень понравилась. И хочу тебе опять сказать по поводу крыши. У нас был разговор. Я буду стараться говорить тебе на самом деле, почему у меня плохое настроение. Ты ни в коем случае как бы не будешь к этому как бы иметь отношение. Потому что есть некоторые моменты, которые тянутся у меня из детства вот, в взрослую жизнь. И я, возможно, не сразу тебе об этом рассказываю, но постепенно-постепенно я тебе об этом говорю. И тебе за это огромное спасибо. Ну и, конечно, если вдруг ты будешь причиной того, что у меня будет портиться настроение, об этом я буду тоже тебе говорить. Надеюсь, это будет тоже взаимно. Тайтеке. Спасибо.